родители, Вова Славутич. Очень спасибо, приятно. Давно общаемся с Владимиром Анатольевичем, наш коллега, наш друг. Спасибо, что приехали. Разве мы сами так начинали? Не переживайте, все еще впереди. Поддерживайте своих деток. Детки, слушайтесь тренера, вашего наставника. Он вам поможет развивать вас и играть вашу любимую игру. Любимая игра ваша? Да. Ничего страшного. Давайте похлопали своим деткам. Ваши первые подарки. Молодец. Так же знать, давай. Медаль упал. Давай, Алена, помогу. Молодец, давай. Давай, Калина. Вот так, вижу. На линию. Вот на линию. Женя. Женя. Держи. Давай, Кать. Следующий, давай. Красавец. Никого не бояться. Скоро к вам Славутич приедем. Да. Держи, давай. Тоже вот так? Да. Так. Давай. Давай, ну вот, защита. Сразу видно по пожатию руки, что защита. Давай. А ты кто? Забыл? Ничего. Андрей. Так, а это, я так понял, талисман команды? Да. Талисман, как зовут? Калюня, красавец. Вниз, давайте.
Давайте два слова по поездке. Во-первых, мы, я думаю, от лица родителей поблагодарим всех деток. Они сегодня были молодцы, старались. Детки, мы со своей стороны поблагодарим родителей, потому что они нас свозили в эту поездку, да? Поплопаем. Все молодцы, я всеми очень доволен. Вы 2 минуты постоите, я сейчас родителям расскажу, что им дальше делать. Понятно? Так, значит, сразу, пока оно все свежее, горячее, пока я не забыл. Да. Папа, дай подожди! А я вам напомню. Подожди, значит, Папа, дай подожди! Значит, смотрите, первый нюанс. Мы сильно дали много воды. Да, я просил там чуть ограничивать. Мы останавливались 6 раз за 200 километров. Это много. Поэтому сами дозируйте воду. Я не буду каждому подходить и делать замечания. Там ты там воду купил, ты тому там больше и так далее. Вторая просьба. Мы заехали на последнюю заправку. Я сказал, детям ничего не покупаем. 14 детей, 12 не купили, 12, двое купили. Двое сидят с конфетами, остальные сидят, бамбук курят. Поэтому давайте вот с этими вещами чуть-чуть организованней. Все остальное, все молодцы. Всем спасибо большое. Видите, да, это очень полезный опыт. Не вкусно уже. В следующий раз. Я попробую. Через недельку, да? Через недельку договориться в Чернигов съесть. Но обещать не буду, не знаю, распустили их на каникулы. Дальше. Сейчас. Я думаю, мы поблагодарим Женю, который нам помог. Мать его поплохо. Да, спасибо большое. Дальше. Сейчас мы пока ехали, разговаривали. Женя возит группы вот эти выходного дня, знаете, в Коброво. Он съездит поговорить с хозяйкой гостиницы. У них хорошие отношения. Есть мое желание всей вот этой компании плюс все остальные собраться и поехать дня на 4 в Кобрево. Это фреш. Вот примерно такая же будет движуха. Но только нам надо поехать своим коллективом, чтобы вы не сидели там где-то отдельно, чтобы вы сидели вместе, готовили шашлыки, общались и так далее, чтобы вы в первую очередь стали коллективом. Как только вы сдружитесь, мы будем легче собираться, ехать и что-то, да, и чего-то добиваться. И малым это будет кайф. Мы 4 дня поиграем в футбол, покупаемся на море. We'll be right back.